Йеллоустонский национальный парк США. Йеллоустон – это международный биосферный заповедник, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк. Находится в США на территории штата Вайоминг, Монтана и Айдахо. Парк знаменит многочисленными гейзерами и геотермическими объектами, богатой живой природой и живописными ландшафтами. Площадь парка составляет 890 тысяч гектаров. На огромной территории парка находятся озера, реки, каньоны и пещеры. Озеро Йеллоустон – одно из самых больших высокогорных озер Северной Америки. Расположено в центре Йеллоустонской кальдеры, самого большого супервулкана. Он извергался с огромной силой несколько раз за последние 2 миллиона лет. Большая часть территории парка покрыта застывшей лавой. В парке находится одно из пяти существующих в мире гейзерных полей. В парке растет около 2000 видов растений, несколько сотен млекопитающих птиц и рыб. Парк богат флорой и фауной. Большая часть территории покрыта лесом, меньшая степью. Озеро Йеллоустон принадлежит к бассейну Атлантического океана. Йеллоустонский парк не только богата фауной и необычными пейзажами, но и довольно опасное место. Здесь находится самый большой вулкан на планете, именуемая Йеллоустонской кальдерой. Именно здесь находится переизбыток лавы. На поверхность выходят вулканические газы и бьют горячие источники. Йеллоустонский национальный парк – это кипящий грязевой бульон из недр земли. Йеллоустонский парк – одна из самых популярных достопримечательностей США. Йеллоустон – это международный заповедник всемирного наследия ЮНЕСКО США.